Всем привет! Вот с самого утра решила заняться готовкой, пока есть время, пока у Сережи выходной. Сережа пошел с Димой на улицу. Вроде погода сегодня хорошая. Сколько там? 12 градусов. Ну, конечно, температура упала. Ветер холодный, мы вчера вечером тоже гуляли с Димой, прям замерзли. Ветер северный. Ну ладно, главное, дождя нет, и гулять можно в такую погоду. В общем, чем я тут занимаюсь? Что-то соскучились мы по плову. Вот решила приготовить. Тут у меня тушится мясо с овощами. Я предварительно все обжарила. Вот сейчас на полчасика поставила протушить, потому что свинина лопатка жестковата, чтобы было помягче. Вот полчасика пусть протушится. Тут сколько, не знаю, на полкило, наверное, рис. Я его хорошенько промыла в холодной воде. Потом добавлю рис, зиру и все. Соль и перец я уже добавила. Еще немножко подсолю и все. Вот. Это чеснок тоже. У меня Сережа любит, он такой, как, знаете, запеченный, тушеный, что ли, получается, мягкий. Ему нравится он так. Я ему сейчас даже еще одну головку вставлю в плов в конце уже, когда буду рис засыпать. Чашка. Где, не знаю, у меня точилка-то. В общем, у меня есть точилка. По-моему, я ее в Гламарте покупала. Сейчас посмотрю, она у меня вроде тут в ящике. Вот есть такая у меня точилка. Я не знаю, может быть, я неправильно как-то точу, но то ли у меня ножи, я не знаю, какие-то не такие. Вот. Беру нож и вот так сначала с одной стороны вот так точу, потом вот с этой стороны вот так тоже на себя резкими движениями. У меня ножи вообще не точатся. Мне кажется, она их только тупит. Она такая простенькая, но все-таки тут камень. Я думаю, должна точить. Не знаю, может, я что-то делаю не так. В общем, самый элементарный способ, если вдруг кто-то не знал об этом. Я взяла вот чашку, кружку самую обычную. Вообще, ножи вот как по лезвию режут. Как лезвие. Вот так беру. Так. Так. Ну, конечно, посильнее нажимаю. Так. Так. По дну. Можно взять тарелку, я не знаю, кружку. В общем, какая посуда удобная будет вам точить, такую берите. Вот так беру и резкими движениями вот так прям лезвие затачиваю. Нож режет обалденно. Вот сейчас точила, когда плов начинала готовить, чтобы мясо порезать. Наточила вот этот ножик и вот этот. Сейчас вот все их переточу. Вот. Тут тоже сейчас приготовила. У меня тут штатив я снимала. Как всегда на кулинарии у меня все рецепты снимаются, то, что я готовлю. Вот, готовила вот такой салатик из баклажан. Очень вкусный, он такой теплый, еще не успел остыть. Но это очень-очень вкусно. Я в основном на дзен выкладываю на кулинарный свой вкусный кухонька. Так что это вот к плову я приготовила. Будем есть. У нас еще и суп есть, потому что без супа мы вообще не можем. И хочу, знаете, что сейчас? Мне, видите, осталось немножко гречки. Я обычно вот так никогда из пакета не досыпаю. Если у меня есть, допустим, тут крупы, там, неважно, рис, что гречка, вот так. Я сначала доиспользую, потом досыпаю. Вот это я сейчас верхушку пересыплю. Не остаток, а не верхушку. И насыплю сверху, чтобы на первым делом использовать. Так. Все, пересыплю. Чтобы в пакете ничего не хранилось. Контейнеры очень удобно. Уже давным-давно покупала в фикс-прайсе. Их мне нравится. Килограмм крупы, даже полтора, наверное, можно уместить. Я обычно вот пачку высыпаю, мне хватает. И все. Так вот удобно хранить.
что вот вчера тоже с вечера перемыла баночки, но это не все. Я хочу сначала вот из них приготовить соленье, там помидоры, огурцы. Посмотрю, что буду готовить. Надо еще это все купить. У нас овощей дома нет. Составила вот небольшой список, то, что мне нужно для... Туда, пошли сюда. Зачем ты взял в лабиринт? Идем. Ага, я буду у нас иду, да? Гелина. Куда сейчас идешь? Ну-ка, стой. Мы сейчас Жене пойдем покупать там остатки для школы. А Сережа с Димой пойдут в развлекательный центр. Дим там с ребятами пока поиграешь, чтобы его за собой не таскать. Да, Дим? Пойдет поиграет, побегает. Потом к нам подойдут. Но Жень хочет сегодня только канцелярь купить, а завтра уже докупить там вещи какие-то. Сейчас посмотрим. Все. Вы налево, мы направо. Дима хочет, чтобы я ему на день рождения кроватку купила. Говорит, я теперь буду спать отдельно. Купите мне кровать. Да? Все, пока. Чем дольше, тем лучше. Английский, информатика, уже все знания по биофизике. И... Да. Вот математический, английский. Ты не химия не покупала? Нет. Ну, потому что я тебе не покупала. А можно зайти, тут же есть рядом. Кого? Фикс прайс. А если тут не будет. Одна тетрадь, что ли? Тут такой ажиотаж был, что все перемешали. Даже если перемешали, то нет. А что ты набором не будешь? Какой? Ой. Вот эти фильмы хорошие, вот зеленые, они такие мягенькие. Линейка нужна? Нет. У тебя ни одной большой линейки. Зачем мне большая? Эти обложки. Пока нет, у меня еще учебник нет. Потом А4 надо, ну это там, рядом с домом, там девал. Тут карманов много. Ты тоже такой ничего черный. Он маленький. Почему маленький? Ну ты расслабишь чуть-чуть эти. Я сейчас сравню с тем, где ты. Такой же, а что это туда? Это тоже такой прикольный. А вот это не нравится? Или вот мне вот завтра просто фил. Надо, ой, когда послезавтра все учебники вот такой. Да и нет, для путешествий. Почему для путешествий? Давай вот это. Или вот, смотри. Синий не очень. Ну вот такой же, а ну вот черный у тебя такой же. Что-то прям так темно тут. Жень, ну покажи, я буду снимать, мне так неудобно. Давай. А где эти тетрадки все? В рюкзаке? В общем, Жень уже подустал, не хочет показывать. Давайте я вам покажу. В общем, заходили в Каре.
Женя выбирал себе кроссовки для школы. Взял вот такие вот. А потому что у них в школе требования. Да, да. Молодец. Найди, пока на кухню положи. Вот требования, чтобы белая подошва была. Ну, положи, положи. В общем, вот такие он взял. Но... Хорошо, все он прячет. Вот они такие легенькие для школы, хорошо дышащие, на физкультуру. Вот тут сеточка такая. Вот. Пока он сейчас в шкаф себе идет. Да, не надо ничего пока не выкидывать, потом разберемся. В общем, эти кроссовки. Сколько, Жень? Что тут? Сейчас по чеку посмотрим. А это общий чек. Ну вот, 2000 на них скидка. 1999, а стоили они 2500. Перед 1 сентябрем, конечно, цены дороже. Так что после 1 сентября намного выгоднее покупать что-то к школе. Но рюкзак вот в спортмастере мы взяли. Я вам там уже показывала. Вот с кармашками. Тут вот под воду можно убирать кармашки такие. Жень, может, сам покажешь? Мне вообще неудобно, очень близко. Дальше. Наполнение рюкзака Женя убрал. Туда сейчас. Блин, одной рукой неудобно. Просто Жень там в своей комнате убирается сейчас. Это еще не все. Женя пришел. Завтра еще поедем, там будем докупать. Вот сейчас уже времени много. Ну, вот карандаши вот такие. Взяли они мягкие. Какие там тетрадки. Английский. Ну, вот тематический английский. Но у нас уже основная часть есть. Физика. Тут ОПГ. Это мы, кстати, тоже заходили. Вот этот фикс прайс брали физику. ОПД. Ну, тут какая-нибудь обществознание этот. Че ОПД? Что такое ОПД? Основы проектной деятельности. В общем, какие-то новые предметы ОПД. Обществознание и еще что-то такое, не помню. Ну и вот такие. Мне кажется, вот этих как-то мало ты взял. По 5 штук. В клейку, в линейку. В линейку. Вот. Все, мы больше ничего не брали, что ли? А, дай мой рюкзак это. А где Димин эти перчатки? Куда Сережа их дел? Ты мне, кажется, брала. Куда я их дела? Где твои перчатки? Купила себе в Каре вот такой рюкзак. Блин, он мне так понравился. Он такой клевый, смотрите. Такая тут розовая молния идет. Я уже давно хотела какой-нибудь маленький рюкзачок. Вот эти тут розовые молнии, тут синий, он такой маленький. Мне прям он так понравился. Жень, дай вот так издали покажу. Как он... Ну, накинь просто себе его назад, чтобы я показала, как он. Мама, есть такой же? Ну, поверни, Жень. А что, до меня? Вот так он, короче, смотрится. Это кому? Это Женя в школу карандаши. В общем, вот такой. И все, блин, мне уже давно так ничего не западало в сердце. А тут я увидела... Померила. Жень тоже понравился. Сережа. И мы решили мне тоже купить. Вот Каре. 3000 он стоил. Вот. Надо и этот. И, короче, там мне сделали на рюкзаке скидку сегодня. Скидки были последний день. Мне 900 рублей еще на него, представляете, скидку сделали за 2000. Да, Женя, он мне достался. Мария! Вообще обрадовалась. Как... На, Жень, себе ручки еще купим. Да, Диме взяли в детской мире вот такие вот перчаточки, потому что на улице сейчас холодно. Вот, что тут еще? В общем, я рада, что я себе купила рюкзак. Я сначала хотела себе какую-нибудь сумку. Блин, вытащить. А увидела рюкзак и все. Я про все сумки забыла. Он такой клевый. В общем, Женя, осталось бы купить что тебе? Рубашку еще. Рубашку. Тетрадки, там несколько штук. Все. Штаны.
Чё нет, надо. Нет. Хотя бы какие-то не такие, не брюки, а хотя бы спортивки новые. У меня есть. Прошлогодние. Чего, Дим? Дим все на руки лезет. Так, все, да, вроде? А, вот, смотри, тут еще внутри кармашек на молнии, еще классно. Мне, кстати, вот эти надо собирать. Они мне потом... Там потом скажу. Понадобится мне. Что, одну штуку попробовать сделать? Что там написано? Как пользоваться, как ухаживать? Срок гарантии 30 дней. Вот, в общем, нельзя либо завтра Женя один доедет до города, либо вместе поедем, потому что у меня завтра чуть другие планы. Вот, осталось рубашку, штаны, там несколько тетрадей ему докупить, а так все, в принципе, мы к школе готовы. Ура! Победил я! Кого ты победил? Так что вот такие покупочки. Покупочки. На самом деле полки уже вообще там полупустые. В этих магазинах, вот иногда школьные принадлежности. Где толпа школьников заходила, все разобрали. Ну а так вот, все я вам покупки наши показала. Блин, мне так рюкзак просто понравился. Он такой клевый. Кармаш как раз под мой телефон, ключи вот так убрать. Классный. Ну, зай, тут нет кармана. Сейчас вот эти штуки все сниму отсюда. Это вообще обалденно. Все, давай говори всем пока. И пойдем сейчас картошку жать. Хотя у нас есть плов, но мы что-то захотели картошку с селедкой. Сейчас заехали в магазин, взяли селедки там. Ну, к чаю какие-то там пряники, сладости, в общем. И хотим жареную картошку с селедкой. Поесть плов мы уже поели, уже чуть не хочется. На завтра оставим. Ладно, всем пока-пока.